Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH3 Games, и мы с вами продолжаем. Так, ну значит, отправляемся мы к агентам ФБРовцам, которые нас там ждут на другой стороне. Листачку уже маленько помяли. Специально внедорожник взяли, чтоб нормально тут. Ну, это нормально еще. Туристы бродят. Да, хорошо, мы тут поезд под откос пустили. Шикарно грабанули его. И значит, намечается очень крупное дело. Это федеральное хранилище. Маки об этом и заикнулся Тревору. Значит, будет подготовка у нас во все идти. Когда мы с этими ФБРовцами разберемся уже. Да, здесь же мы все под. Поезда до сих пор валяется. Вагоны. Пробка. Ну и что, никто не убирает, что их не будут убирать? Такие будут лежать здесь, что да, шикарно, шикарно. Потом кто-нибудь уберет. Упс. Нормально. Все, на ровную дорогу выезжаем. Педаль в землю, в пол, в асфальт. Асфальтом здесь не пахнет. Капчик. Красавчик обернулся. Туристы на великах тут катаются. А, наш капотик. Тут дышки будет свежо, прохладно. Вечерок начинает наступает. Нам чуть на мят едете. Здесь крутой поворот. Ну, как-то так. Дрифт не получилось с ними, это тачки. О, какие горы-то здесь, какой пейзаж. Ну-ка, здесь задрифуем. Вот. Да, это ручной тормоз. А почему у нас дрифт не получился? Как-то у нас прямо он тупо въехал, все. Так, ну мы почти уже доехали, где они там, место встречи-то. И там оно даже за картой, не открытая карта у нас. Сейчас откроем локацию там. Да, дверь, закройся. Асфальт, отлично. Теперь можно педаль в асфальт. Нет, мы даже почти еще не доехали, странно. По-моему, мы уже на месте. Стоп, а почему не туда-то ехать? Нам же по прямой надо было просто ехать. А, да, можно на месте. ФБР.
Так, пошел разгон. Без тормозов. Долетим сейчас. Опасно. А там что, на берегу стоят, что ли? На яхте припулен нашей. За 10 миллионов, да? Точно на берегу, если что-то есть. А, вот мне здесь. Дальше. За чё? Возвращайтесь позже, блин. Значит, вечером тут задание не берется. Надо днем все приехать, что ли? Вот засада-то, а. Блин, а мы ночью приехали, а здесь уже пастбище. Что-то мигает. Ну-ка. Что это такое там? О, а мы что-то взяли, что-то. Найдено что? Часть корабля. Космического корабля. Ага, это пасхалки, блин. Одну штучку нашли, еще 49. Ну, не, мы этим заниматься не будем. Так, блин, печально, что у нас задание-то провалено. Теперь что нам делать? Патруль идти работать, как-то неохота. Ну-ка, что там у нас за майки есть что-нибудь, хотя там тоже ничего не было. Так, а майки где обитают? В палеты, что ли? Мы же там банк грабанули, что он там делает? Лестер better play it right with that idol. Зовут? А вот. У Майки тоже ФБР появился. На том же месте. Ага, значит, и у Франклина тоже. Но больше заданий нету, мы все выполнили. Пока что нам не открылись новые. Так, а здесь что? Имущество можно приобрести. О. У Франклина тут чудаки есть. Или что это? Блин, Майки, на какой-то тачке ты катаешься, фу. Кто там, Мартин? Мартин, эй, look. What have you done? What have you done? Where is she? She's safe. Look, I'm gonna find a way to make this right with you. That will take some doing. Ну, Майк, кстати, сейчас богатенький типок. Поднялся. О, бых, что ли? Ну, типа бых. Еще два кабриолетика. Да-да. Возьмем наш. А безбашенный водила задаю. Живой в порядке, да? Ну ладно, доедем до ФБР, посмотрим. Провалится над заданием Майка. Может, у Тревора там свое время. А если провалится там за Франклина, там задание какое-то у него есть. Подождем утрецо или денек. И съездим к этим ФБР, узнаем, что там. Вот тачка летит-то. О, нормально. Дождика нету, хорошо. Домик на колесах. Туннель. За дороги, мазафака. Да-да-да. Что у нас? Есть пострелять? Есть. Можно пострелять, но не будем. Мы же сейчас к ФБР едем. Копов нам не надо. Че, без тачек пустой, что ли, фура? Эй.
резкий поворот. Да, рано повернул. Все, обухи нет. И фар нет. Да. Ой, как-то она уже еле-еле ужимает. На движке хана. Давай, разгончик набираю. Долетим. Ну, провалено, нет? Да. Блин. Ну, Тревор, где ты тут? За шкирсом можем подобрать запчасти? Нет, я сейчас. Так, а где Тревор? Он же тут уже ходить бродить. Тачка его здесь. А его самого нету. Куда ушел? Вот там. Чья-то вот кондуна есть даже. Так, ну ладно, Франклин, давай. Там. Только будь не в городе, бля. А, нет, нормально. О, на байке своем коняет. Тоже ФБР. Ну, ФБР понятно. О, он туда же ехал, к ним что ли? Там точно не место сбора. А куда исчезывается? Чудаки в городе. Здесь же был, на островке. Нету? Чудеса, блин. Ну это патруль для Тревора. О. А, это экстремал этот. Доминик. Так, ну понятно. Надо ждать либо утро, либо день. Потому что сейчас подойдем. И будет тоже задание провалено. Так, ну-ка, где там Тревор? Давайте в патруль сгоняем. Ох, он тут-то. А где Майк теперь? Плохо сделали, что нельзя друг друга наблюдать. Героев главных. И транспорта нету. И что, пешочком отсюда ковылять, что ли? Хоть задание оставилось. Ну хочешь что-нибудь дать и велосипед там. Вообще ничего нет. Может там на горе парковочка есть. Ну вот, Тревор. Надо. Махать руками ты умеешь. Пусто. Ну как так-то? Что здесь происходит? Привет, дамочки. Что случилось? Да, нормально. Look, давайте познакомимся. Опа. Да ладно, ладно. Все понял. Ухожу. А у вас случайно машинки здесь нет? Что сказала? Копов вызвала. За что? Это... дамочки такие безбашенные. Шалонна, тоже. Ты жизнь. Копов мне за хер собачий вызвали. Просто подошли поздороваться там. Спросить транспорт. Где себе?
А она так вообще толкаться начала, за меня бежит там. Да, а богу потом быстро приехали. Походу рядышком были. Так, там что, маяк? Точно маяк. Да все, гаснет звезда. Нам надо хоть что-то, еще не купы едут. Блин, там даже лодка исчезла, блин, я бы на лодке доплыл бы. Да, когда подстава с этими фуберовцами. Че, они по ночам, по вечерам не встречаются? Мамы запретили, блин. Там койоты воют, что ли? Точно. Ну ничего, мы вооружены и опасны. И тишина. Никакого движения нету. Эй, ты там близко где-то воешь уже. Так, там... Патруль здесь находится. Ну, в принципе, недалеко. Вот найти бы. На чем-то добраться. Ну хоть кто-нибудь, дуволюха какая-нибудь проедет. Вообще тишина. Никого нету в этой глуши. Где маячок там сверкает. И койоты воют. Во! Это походу Франклин. Точняк. Серьезно, что ли, Франклин? О, точно, Франклин. А, ты че, блин? Шо? Ну-ка, дай-ка, иди сюда, бля. Иди сюда. Вот ты. Вот. Все уехали. Иди сюда. Хера, Франклин. Оборзел, бля. Собирался на нашу встречу, да? А, хотя прикольного, Франклин мы увидели, а вот Майкла там не увидели. Ну, надо догнать его. Хера себе. Ну, иди сюда. На тебе чпокте. Выкусим, сейчас мы тебе еще байк заберем твой. На этом доедешь. Что ты сказал? И убежал. Байк бросил. Ладно, поехали, Газа. Надеюсь, он нас не обиделся там. Майку не расскажет. Главное, Франклин появился и транспорт сразу там появился. То есть приехал. До этого вообще тишина была. Ну давай, выжимай все полностью. Мне кажется, тот байк мощнее был. Первого лица. О, какой шлюповый спидометр. Я не видно. Дальний свет. Вибромассаж. Шикарно ложится-то. Плавненько так. Интересно, будем кого сейчас увидеть. И русский там будет еще? Не уволили его? Так, ну, приехали уже в Палетто. Опа. Немножко занесло. Так, все,
Где-то здесь патруль. День. Yes, I'm still here. Ты что ли? He victimizes all men. Кто обижает стариков? Hey. I thought they deported you. Why do you care? Well, I don't, except that they paid me some money. Это не патруль. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? My family has been here 200 years. I'm more American than you. That's anything to boast about. Well, I'm sorry. Well, at least you got paid. Yeah, well, don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends. You're all the same. Пограничный патруль. Trying to protect something that's not even there. They're not my friends. Spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Убить такой. Man, fuck you! You wanna fuck ну не надо. You don't scare me. You owe my family a great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no. I will not give you one cent. Загрузил Тревора. Last I heard, your Civil Border Patrol friends. Чё, убит Джои Джозефа? Ты где такую пушку взял? Мы же купили. Как убить-то? Это же эти же. Так, ну если это патрульные. Ну ладно, снимет эту каску. Точно они. Блин, неохота их убивать-то. Хотя можно их убивать, давайте проверим, точно они это. Если они, то подумаем. Если они начнут на НАТО агриться, тогда убьем. Если будут мирные, то не будем трогать. На месте где они здесь? Затопление нашей экономики дешевле. Да, точно они. Да вы серьезно что ли? Эй, Джозеф, why don't you try that on me? Я защищаю эту нацию от многокультурности. Стреляет. Ну-ка, понятно, чего будут стрелять. Приехали убивать меня. Огородик местный. Так один что, в сарае зашкиривается, что ли? Точно. Ну, он заехал прямо на мотоцикле. Где он? Опа, у него дробаш там. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой дерзкий-то, а? Ну ладно, напросился ты, однако. Где наша убойная снайперка? Где там входа башка? Снял эту каску, блин. Где-то он там с заборчиком. Нет, не он. Ну ладно, дробаш, ну он так и у нас. Бери.
Эй. Попутали. И моего дробаша тоже часто. Где там маленький обрезик? О, стреляет, сука. Ну, я что, не зашкирился-то, вон он. О, высовывайся. Ха-ха-ха. Задел. Все, что ли? Задел ранее, он там кровь истек. Ну да. Ну, покойся с миром. Так, а этот там, значит, кого-то в заложники взял, что ли? О, да. Эх, не хотел я этого делать, но вы меня вынудили. Ну-ка, откроется. Открывается, во, запчасти. Космического. Хера себе. Еще звуки издает. Интересно, если мы все сопрем, что, космический корабль здесь застряпаем? Хотя вы мультики мы видали, эти космические тарелки. Такси, ой. Так, что здесь? Нет, на этом не будем кататься. На тракторе решили покататься. Нет. Где наш байк, то есть не наша, а Франклина. Да там рассвет-то будет уже. Только не надевай каску. Молодец. На перегонки со смертью. Подтолкнет. Или собьет. Ну, подталкивает. Ну, так не будет. О, все. Даже не газуем. А я не сюда. Эй. Так и доедем. Скоро рассвет начаться. Мертвецов. Значит, там завал расчистили, раз в поезда заходили. Так, ну солнышко, вставай. Рассвет наступает. Дрим по спине. Конечно, дробаша. Дроби пописали. Ренята. Мы посигналиваем. Ай, без башни по мосту, блин. О, кого там увезти? Сейчас, красотка, погодь. Сейчас, сейчас. Сейчас я вернусь. Оленятова? Шашлик? Кому шашлик? Где спуститься там? О, блин, один мосты здесь. Так, прыгай давай. Уии, шикарно. О, солнышко стоит. Отлично, сейчас красным довезем кого-то. Девицу местную. Если она уже села кому-нибудь. Интересно, на какой стороне, на той или на этой? Где-то же здесь было. Где ты, местная красавица? Что, профукали, что ли, бьются? Одну подвезли, нам понравилось. О. Походу ее уже везли. Здесь было. А, ну это еще... Нет, ненормальная.
Печально село кому-то. О, тут такие койоты, блин. Здесь что находится? Могла деревушка здесь. Ну, все еще спят. Ну сноси же, ты же можешь. Блин, профукали 900 точно, нету я. Тут мы ехали, ехали, она там где-то подвези нас. Ну ладно. Поехали в ФБР. Интересно, наш шашлык лежит? Ну, этот шашлык забрали. Или сожрали. Копы или скорую? Пару разбил заднюю. А где нам не спрыгать? Здесь же. Тут не спрыгнуть. Сейчас мы это все дело объедем. На байке-то везде можно проехать. Ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Ну, чуть-чуть, ну ты что там тебя занесу так? Вода. Блин, не горный байк. Ну, со мной можно. Все. И вниз горочки. Ну как, уж с трамплинчиком. Так вот. О, камень. Еще один. Ну, это было опасно. Для жизни Тревора. Хотя он в каске, нормально. Шикарный восход. Сейчас, надеюсь, на месте там. Узнаем, что он там нам расскажет. Какое дело дадут. Или мы их сейчас завалим. Задание провалено. Да вы угораете, когда еще это все возвращаться-то? Да. Машина появилась. Ну-ка, Франклин далеко убежал. Без мотоцикла. Офигеть. Ха, он уже дома находится. Походу спит там уже с девахами. Ага. Ну, точняк. Такая без девах. Птичка. Почему выйти-то нельзя? А, там с другой стороны можно, или здесь. А вот. Так, ну, можно искупаться. Но одежку мочить не будем. Ну, красиво. Ну, джакузи даже есть. А чё Пик тут проснулся? Ну, привет, красавчик. Как спалась? Нормально где-то харчи. Это что, куча что ли навалил ты или что? Фу, Чопик. Там кучу навалил, аж мухи летают. Так, ага.
Это наш гараж. Заперто. Да, байка-то нету. Байк-то у Тревора. Так, надеюсь, сейчас мы доедем, уже нормально будет. Это потому что здесь больше нету ничего. Никаких заданий, кроме вот этих всяких. Пара штучек. О, появился теперь. Тогда не было. Мэри. Энн. Кто такая? Ну, ну, то куда ли мы попрем? Мы вон же по прямой туда доедем. Тачка-то прокачанная. Тревору мы ее не отдадим, это точно. Ну просто мастер вождения, блин. Итак, и слева. Так, дети, будет прикольный прыжок. А, переборщил. Ничего. Полюбуемся днищем. О, дверь наша упала. Это свежо-то как стало. Вот, по встречке погоним. Да что с этим трусным тормозом-то? Раньше нормально дрифт делал. Сейчас как-то просто тупо впрямую видит и всё неуправляемо становится. А, капот. О май гад, да, да. О, думаю, что у нас там свистит? У нас там колесо. Ха-ха-ха. Заклинило. Дымит скоро, покрышка лопнет. Куда надо броню побольше прокачать? Может врезаться, может она там отойдет. Он чуть-чуть там что-то крутится. Она свистит, блин. Дымит, но не лопается. А, они у нас пули бронированные же. Шипами, откуда рвешься-то? Вот, видишь, авария. Точка надо. Ну, колесико. Выпрямляйся, нет, не хочешь. О! Чуток нас сбило. Да-да-да. Сейчас точно должно задание появиться. О, кого-то там сбили. Думал, колесо лопнуло, какую-то животину пробегало. Или зайка, или олень, там, не знаю, койот, может, кого. Нормально. Поменяем камеру. Куда еду? Все, поворачиваем. О, какая там мятина-то. Ну да, понятно, что мы сегодня у нас там печально. Запчасти наши поотваливались.
Нет, нет, не на мост. Так, с моста там уже не спрыгнуть. Блин, из этого колеса в поворот вообще еле-еле теперь уходит. Так, с натяжкой идет. Интересно, у тебя Стрелор там будет? Или сразу заданец возьмется? Тихо-тихо, не управляем машиной. Долетели. Да вы угораете. Какого хедис происходит? Почему задание провалено? Возвращайтесь позже, чтобы начать задание заново. Так, ладно, друзья, я разберусь, в чем здесь дело, и мы с вами продолжим. А на этом-то остановимся. Так что подписывайтесь на канал, PS4 Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.